Всем привет! И с вами снова Василий Мороз. И сегодня мы будем делать топор из бумаги. И представьте себе, из 8 листов бумаги с помощью линейки, скотча и ножниц можно сделать топор. Для начала мы сделаем лезвие для нашего топора. Для этого нам понадобится линейка, карандаш и один листок бумаги. Для начала берем листок бумаги. Сворачиваем его вот таким вот образом. Вот, видите? Вот таким вот образом. А затем отмечаем с каждой стороны. Вот так вот его ложим. И с каждой стороны отмечаем по 6 сантиметров. Отмечаем вот таким вот образом. Ложим линейку. 6 сантиметров отметили. Сюда линейку переводим. И еще 6 сантиметров отметили. Затем делаем так. Сворачиваем вот так вот по этой вот линии, вот таким вот образом. Вот так вот, чтобы тут вот была эта линия. То же самое делаем и вот здесь вот. Вот такое вот у нас должно получиться. Ту же самую операцию проделываем с другим листком бумаги. Еще одним. Теперь складываем наши две половинки вот так вот и склеиваем их скотчем. Теперь наше лезвие откладываем в сторону. Следующее действие можно делать с любым листком бумаги. Он не будет виден. Так что мы возьмем порисованный листок бумаги. Для начала нам надо свернуть наш листок в трубочку и склеить скотчем. Сворачиваем. И склеиваем. Диаметр нашей трубочки должен быть примерно 3 сантиметра. Теперь разрезаем наш листок ножницами примерно посередине. Теперь берем наше топорище и берем вот эти вот листки бумаги. И засовываем эти листки бумаги в топорище. Вот так вот сгибаем и засовываем. Тут мы дырку оставили вот так вот и засовываем второй. Если не влазит, то можно посильнее засунуть, чтобы наш топор выглядел более круто. Теперь откладываем наше уже готовое лезвие. Теперь берем два листка и закручиваем их в трубочку. Диаметр нашей трубочки должен быть примерно 3 сантиметра. Вот такая вот у нас должна получиться трубочка. Теперь склеиваем ее скотчем. Вот такая вот трубочка у нас должна получиться. Теперь берем наше лезвие и нашу трубочку. Также нам понадобятся ножницы. Вырезаем нашими ножницами маленькие прорезы вот здесь вот и вот здесь вот. Теперь берем нашу трубочку и прижимаем ее побольше, чтобы она вот так вот смялась. Берем наше топорище с прорезанными отверстиями и всовываем туда вот эту вот ручку, как бы трубочку. И склеиваем скотчем. У нас должно получиться примерно вот так вот. Теперь берем листик, сворачиваем его пополам, правильно пополам. Вот, уголку. А затем вот так вот тоже правильно. Нам надо, чтобы вот здесь вот получилось 9 сантиметров. Но мы прибегнем к маленькой хитрости. Просто берем и отрезаем вот тут вот, вот под наклоном получается. Вот так вот отрезаем. Вообще-то надо было меньше. И вот так вот отрезаем. Теперь берем наш листок и приклеиваем вот так вот скотчем. Теперь берем два листа бумаги и закручиваем их, как я раньше уже говорил, в трубочку. Вот такая вот у нас должна получиться последняя основа ручки. Засовываем трубочки одна в другую и склеиваем скотчем. Склеиваем все аккуратно. Потому что неаккуратно получится некрасивый топор. А чем аккуратнее, тем красивее топор. Вот такой вот топор у нас получился. У вас может получиться по-другому. Если захотите, ручку можно удлинить еще, но он будет слишком длинный.
Ну а всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был Василий Мороз. Всем удачи, всем пока!